Сегодня у нас на канале легендарный телефон Nokia 1100. В свое время народ за ним очень гонялся, очень популярный, считался надежный телефон. Черно-белый экран, правда, был здесь еще. Простые функции, но народу полюбился и пользовался спросом. Да и сейчас, в принципе, есть еще любители, которые именно ищут этот телефон. У нас он, ремонт, я думаю, будет простой. Телефончик сам включается. И на этом все. Динамик работает, кнопки как бы работают, а дисплейчик тупо белый. Здесь в этих телефонах много было механических соединений. И сам дисплей тоже был на такой колодке механической, типа. И там контакты часто отходили. И телефон переставал работать. Сейчас мы чудесным нашим способом будем открывать. И простым способом на все случаи жизни, вот этим ластиком или резинка, говорят, канцелярская, будем чистить контакты. Посмотрим, что это даст. И бывало, правда, вот так и прошивка слетала. Ну, вроде телефон сам пипикает, работает. А бывало, дисплей сдыхал, тоже вот таким белым светился. Но чаще всего колодка. Похожие телефоны на 2300. Почти все один к одному. И дисплей подходил, и детали, но только крышка и корпус другой. Ну, как мы видим, здесь вот эти контактики и колодочка. Сейчас мы эту колодочку почистим. Я думаю, весь ремонт на этом и закончится. Способ на все случаи жизни. Восстанавливаем клавиатуру. Начинает работать дисплей после этой прочистки, динамики, микрофоны и прочее. Ставим, смотрим, проверяем. Здесь хочешь не хочешь, надо зажимать винтами, потому что, как я показывал, все на механическом соединении. И народ, кто там смотрит меня, хотел спросить, напишите под видео, нужны ли такие видео снимать дальше об этих старичках, раритетах, или переключать на что-нибудь другое, типа электроника там для начинающих, какие-то схемы, радиосхемы, принтера. Если это интересно, буду дальше снимать. Если нет, то, может, и буду, но очень редко. Перейду на просто электроника, типа для начинающих, или интересные схемы.
Так, в этом случае нам ничего не дал. Ну, а сейчас попробуем поменять дисплей. На этом пауза. Будем искать дисплей. Итак, второе наше действие. Когда светлый дисплей, мы почистили, результатов нету. Как видим, я нашел такой же самый донор. Сейчас будем менять вот этот дисплейный донор. Если это нам ничего не дает, наша задача будет потом его перепрошивать. Если и перепрошивка ничего не дает на программаторе, тогда надо брать, искать схему в интернете, скачивать мануал схему принципиальную, электрическую, монтажную, и начинать искать по схеме, где обрывы или короткие, какие-то детали, может, погорели. Ну, это в самую последнюю очередь. Сначала, как я говорю, просто меняем дисплей. Так, вот этот нерабочий будем считать в сторону. Может, не рабочая, может, он рабочий, может, что-то другое здесь. А сюда наш донор. Бывают такие повреждения, что в самом дисплее обрывы, там есть клеенные части в дисплее, тоже контакты, и пайка там есть на подсветку, и сам дисплей перестает работать. Так, включим, проверим. Ну, как оказалось, все проще. Был нерабочий сам дисплей. Вот так все срабатывает, кнопочки работают, все перебирается. Вот и весь, в принципе, ремонт. Всегда надо идти самым легким путем. А потом уже все остальное. Ну вот, в принципе, на этом и все сегодня. До новых видео.